Всем привет, ребята, на связи, как всегда, я, Бабаев. Сегодня мы будем заниматься фигней в больших масштабах. Покатаемся на тракторах, на дрифт-машинах, станем волками, поговорим с полицаями и многое другое. А вы не забывайте, что я играю на сером сервере Amazing Online, у меня есть промокод Бабаев, который даст вам 500 000 при старте в игре. Присаживайтесь поудобнее, всем, кто кушает, приятного аппетита, а мы погнали! Ролик мы начинаем с того, как мы будем гулять у участка ДПС и приобретать образ еврея. Позвоню, что вы разнапрягаете. Вы меня напрягаете. Самаикум, а вы это, сейчас куда идете? Реально меня напрягаете. Мы тебя сейчас захуярим нахуй. Почему пропорщик? Это я про себя. А почему вы такие, реально, вы меня реально напрягаете, мужики? Ты меня тоже напрягаешь, свой погон убери, мы тебя пить будем. Давай за углом поговорим без формы. На расстоянии вытянуты руки. Нет, вот, на расстоянии вытянуты руки. Мы задержаны. За стол! За стол! За то, что у вас есть оружие. Как вы смеете оружие с собой носить? Да. После этого ютубера или что закончится? Вот с этого бабая все скончится. Также мы решили спросить у полицейского кое-что, а вы тоже вместе с полицейским ответьте на этот вопрос в комментариях. С вилку в глаз или в жопу раз выбирать? Выбираю, да. Вам или... Вопрос, что вы выбрали? Если вам, то в жопу раз, а если себе, то ничего. Сильное заявление. ДПС нам надоело, и мы решили поехать к противоположной стороне. Эй, вы открываете двери. Открыли быстро двери, нахуй. Открыли нахуй быстро, блять, нахуй двери, вы нахуй. Уезжай отсюда, выезди отсюда. Мы свои. Строй, ебать, все нахуй стали, ебать. Ты чё нахуй? Девушка, можно с вами секс? Конечно, можно, братан. Откройте, откройте. Откройте, пожалуйста. Быстро. А теперь начнется самый сок. Первым делом я собрал небольшую банду и заспавнил всем вот такую мелкую машину. И на этих машинах мы всей толпой поехали в ППС. Погнали, пацаны, ППС, ППС есть. Ой, ты чё, ебанутый, блядь. Давай, давай. Дорогу быстро. Пошел нахуй. Садись, садись, садись. Едем, едем. Штрафы. Сюда, сюда. Да, почти доехал в ППС, не было так много людей. Салам алейкум, брат! Открывайте! Ауе! Открывайте, блять! Понял, что открывайте! Блять! Чё, с нас всех повяжешь? И даже сам мент захотел с нами погонять. Выехав из ППС, мы просто ехали и собирали банду. В итоге мы все приехали в Анашан и там тоже немного покатались. И вот всей этой толпой мы поехали к воинской части. Смотрите, что из этого получилось. Нифига, я последний назад, назад посмотри. Это что? Здравствуйте, двери открывайте, пожалуйста. Заебись просто. Вот, вот это я, блядь, понимаю. Сходка тупо стоит рейсеров. Давай на тракторах. Это парковка. А? Конвой. Ребята, это наша парковка. Вы о чем? Это наша парковка. Это наша парковка, мы через 3 секунды по всем открываю огонь. Уезжай, пацаны. Ладно, давайте, пока. Пока. ВЧшники сразу открыли огонь по нам, и мы уехали в закат. Поехали на вокзал, Люди, которые были со мной, предложили мне это. Кто за трактора? Кто за трактора? Кто за трактора? Давайте, я тоже. На что я согласился. Я заспавнил примерно 11-12 тракторов, все мы туда сели и поехали кататься по городу. И, конечно же, первой нашей целью было ППС. Мы ехали долго, кто-то ехал тихо, кто-то нам мешал. Ой, на дачу еду! Вот это кайф! И в итоге мы подъехали к отделу. Давай припаркуемся. Ебать, а кто открыл, ты? Новая техника, новая техника в WhatsApp поступила. С ППС? Давай поставим тачки и убежим просто. Гениально! Давайте просто им шлагбаум закупируем, да и все. Давай купируем. Слышь, а давай ты нам поводаешь скины ФСБшников, и мы будем бегать всех задерживать. Бэшников. Бля. По-братски, бабай. Какая ситуация, администратор, меня вяжут во время рейда нельзя вязать. Уезжаем, пацаны.
Добра. Еще одно можно? Почему кризис на картошку? Сотрудников у ППС не было, и нам пришлось ехать в другое место, и мне предложили это. Давайте во ВСИН. А давай, да, давайте во ВСИН, реально. ВСИН, да, ВСИН. Давай. Погнали, погнали. И мы сделали это, мы выстроились и поехали туда. Сука, штраф, да, ебать. Ебать, ты подлетел. Доехав ко ВСИН, кто-то открыл нам двери, и мы просто поехали внутрь. Я так офигел от происходящего. Вряд. Это пиздец. Поехали. Поехали. Просто ворота открыты полностью. Вроде смешно и грустно, не? Ебать. Я просто тебя обожаю, просто Бабаев легенда. Здорово. Здорово. Салам. Чё за... Зэки, бах. Чё? Нихуя, брат, салам. Куда едете, братья? Мы во ВСИН. Чё это синий трактор? Выпустите. Мы приехали к вам на ключи. Что это? Неадекватный, вы чё делаете? Сколько будет 150 плюс 150? 300. Куда вы заехали? Братан, как бы камера открыта, я смогу выйти. А вот и нет. Открыто было. Да, там вон открыто. Нет, не бей, ВСИН не бей, ВСИН не вижу, не... Аккуратнее, аккуратнее. Поехали отсюда. Я представляю, как... Давайте, выезжайте, я закрою. Ну что так с Марком? Выезжайте, я закрою. И потом мы выдали себе вот такие машины и поехали на Анашан. 5 кк продам. 1 кк. Я помню, они еще на этих тракторах приехали. Продам. Чё, что у вас там происходит, что вам выдают их? Ничего, мы купили. Брошка какая-то, блядь. Не, серьезно скажи. Купили. 10 кк продам. Чё за пиздец? Да не может быть. С рулетки падает. Да, рулетки падали, если не видел. Мы все с толпой. Кому вы рассказываете, блядь? Клянусь, зайди в рулетку, посмотри. Кидали по 5 кс-ов и сидели, крутили ее. Но мне 300 рублей выпало. Теперь произойдет, по моему мнению, самое интересное. Мы в скинах волков попытаемся залететь на воинскую часть. Да, будет жестко. Тормозим. Обгоняй. Тормозим. Уф, уф. У тебя Адольф в машине. Блядь, ты чё? Подъехав к трубам, мы вот так вот построились и сказали про себя. Безумно можно быть первым. И мы сделали это. Батик там. Что, блять? И вот так вот я быстро отлетел. И мне не понравился исход, и я решил залететь на другое место. И это место вы сейчас увидите. Мы такие, блядь, мы такие без парок. Все без масок. Подождите, мы его потеряли. Кусаем, суку. Кусаем, блядь. Чё? Чего, блядь? За 105-й двор, стреляю в упор. За жбаную двор, стреляю в упор. Хаос. Зони так решается. Всем тишина. Всем тишина. Начинаю петь песню. Фонтанчик с темным дельфином. Мы в жизни видеть лишь раз. Ёбатого сила с тем, тем, кто приходит. Я сейчас включу один звук. Всем тишина. Ау. 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 Сейчас я отключу Ники. Ники, а ладно, не надо. О, блядь. Блядь, это что делать? Покусать нахуй. Кусай. Хавай, хавай, блядь. Давай соло хавай. Хавай трансуху ебаный. Хавай, хавай, блядь. Хавай. Хавай, не все выжигли, хорошо. Блин, она... Блядь, хавай, клюку напрыг.
А на этом видео подойдет к концу. Накидайте идеи для видеоролика в комментариях. Всем, кто досмотрел это видео, большое вам спасибо. На связи был Бабаев, всем удачи и всем пока.